К другим новостям. Масленичные гуляния стартовали в Люберцах. Праздничные программы прошли на крупных площадках городского округа. Так, в Центральном парке творческий коллектив из Октябрьского устроил для люберчан настоящие зимние забавы. Песни, частушки и традиционные русские хороводы в этот день объединили всех любителей активно проводить свой досуг. А как по-другому, ведь блинная неделя вкусная и сытная. Настоящие масленичные гуляния позволили люберчанам позабавиться на славу, поучаствовать в конкурсах на перегонки и в перетягивании каната. Мы проводим масленицу весело, с песнями, с танцами, с плясками, с хороводами. Также мы блины печем, бабушки наши пекут, угощают нас и наших детей. И это только начало. Вся масленичная неделя будет насыщена разнообразной тематической интерактивной программой, которая пройдет ежедневно в 15:00 в Центральном, Наташинском и Малаховском парках. Масленица – это наш русский праздник, и, конечно же, мы должны его поддерживать всеми способами, чтобы вовлекать молодежь. Вот, посмотрите, у нас в основном программу делают дети, и, конечно, они знают о всех наших традициях. Конечно же, печь блины и в воскресенье просить друг друга прощения, конечно же. А завершится масленичная неделя большим праздником, который состоится 18 февраля в 6 парках городского округа. Там организуют театрализованные представления, выступления фольклорных ансамблей и коллективов. И, конечно, спортивные состязания, а также мастер-классы и выставки народного промысла. Кульминацией гуляний традиционно станут проводы зимы в виде сожжения чучела. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.